вообще крохотулечка, боже мой, ты меньше котеночка. Ты меньше котеночка маленький. Ну что, смотри, весь в клещах, а? Зайка. Весь в клещах. Видишь, что? Девка. Ну, поближе приблизительно. Вот это привлекает белый вид. Ладно, ты уже старенькая. Клещей еще полно. Сейчас буду заковыривать. Явно рожала неоднократно. Вот по костям явно, да, видно, что. Небольшой промежуточный результат. Оказывается, белая собака. Да, белая собака. Сейчас будем до ума доводить ухи и все остальное. Да, по зубам тут собака древняя. Как я не знаю кто. Зубов нет. Скажи, вот такая я вся чистая, трясущаяся. Да, мой хороший, ласковая девка. Ушки розовые. Да. Скажи, это пока что моя будка будет. Это что? Вот так вот мы гуляем. Пешком два шага. Остальное на руках. Ты вот смотри по сторонам. Не просто так. Не до собака. Вот эта вот лапа у нее, скорее всего, в суставе была сломана. Видишь, кривая какая лапа. Скорее всего, тут в суставе она была сломана. И теперь тут ложный сустав. Ну, тут уже ничего не сделаешь. Она у нее вот такая вот кривенькая по сравнению с этой. Ну, она когда ходит, как-то ее... Ну, особо незаметно, конечно, но видно все равно. Ну, и вообще, вот это вот разве собака, да? Вот это вот разве собака? Вот это разве собака, скажи мне? Вот ты разве собака? Ты вот и не кошка, и не собака. Я вообще не понимаю, что это за животное такое. Вот что это за животное? Кити хотела порычать, не дала тебе покайфовать. Что ты рычишь-то? А что ты рычишь на Кити? Что ты рычишь-то?
Ich komm. Pass auf, ich komm, Mini. Pass auf. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Pass auf, ich krieg dich. Ich krieg dich. Hexe. Kleine Hexe. Hexe. Pass auf, ich krieg dich. Hey, Frechax, stinkt die wieder.